70. Страшно? Вот, видишь, страшно. А мне что говоришь, что что тебе страшно, когда я тебе говорю, что мне страшно? Мне так каждый раз страшно. 70 – это предыдущий рекорд. Сегодня будем бить рекорд на приседе. Блин, как плохо здесь видно. Ну как? Хорошо. Хорошо пошло? А? Хорошо пошло? Вверх легче было, чем вниз. Почему так? Вверх я прям пошла. Ну хорошо, тогда мы сейчас это еще 5 накинем. 5. И будет рекордик персональный. 75. Да. Скоро 3 минуты. 3 минуты скоро отдохнуло. Ну давай, чего? 75 на штанге. Рекорд, персональный рекорд 75. Страшно? Соберись. Разозлись. Контроль, спокойно. Живот напрягай. Вообще легко. Вообще без проблем. Вообще легко. Вообще не могла присесть. О, ну такой тренер, это я. Не, ну ты тоже молодец. Ты мой хороший. И суперсетик поделал. Минут 25. 5 повторений я сделал. Жим лежа. 105 килограмм на 8 повторений. И подтягивание с гантелей 30 килограмм по 5 повторений. Вот так вот. Такой скульдальчик, дурак. Давай 80. Давай попробуем. Я считаю, надо оставаться на рекордах. Я всегда сам пытаюсь взять больше, чем надо. Расстраиваюсь. Но мне кажется, сегодня можно, потому что, мне кажется, сегодня ты возьмешь 80. 80, да, ты возьмешь, мне кажется. Тебе легко пошло. Хотя так всегда бывает, обманчиво, легко может быть. Ну, давай попробуем 80. Давай наложим. Да. Давай. У нас 80, да, на штанге. Следующий рекорд, второй рекорд за день. Живот главное напрягай, смотри вперед. Нормально? Тяжело. Да, отлично. 80 пошел. 80. Поздравляю. Это круто, молодец. Сними, что это 80. Да, 80. 3 пятерки, десятка и еще одна пятерка. 80. Все правильно. Это ты. Это все я. Ну ты тоже. Молодец, спасибо. Да. Все, закончили на сегодня. У меня получилось 1,5, час 25 получилось. Все, пока.